today's video, guys. This is Jeremiah Travel Vlog at your service. Inbound luck here in Sevilla, Spain. Very nice weather, guys. Not hot, not cold, but I think it's already summer here. No feeling winter here, guys. That is the luck. There's a river like Babylon. We are not yet open. See that, guys? It's already open. The lock is now open, guys. Hello. Hello. На тебе только что потому что у меня интернет здесь пропадает и я скажу на такую связь. Ну сейчас ты меня разберешь, да, и that the river is Babylon. Remember Zion. Я не знаю. Так если ты живешь во Франции, должна на французском говорить тогда, ёпта, я не знаю. Блядь, да говорит? Какого хуя? Я тебе видео переключаю.
Ну это мы влог заходим сейчас, здесь. Шлюз, да. А это два моста таких белых открываются до дороги. Это белая, это дорога такая, которая поднимает наверх. Мост такой сделали. Ну, там сейчас ближе, если что, подъедем, будет. Нет, никого здесь. Впереди еще один, то еще одна дорога. Синенькая, то еще одна такая дорога. Эту дорогу подняли уже. И пока, чтобы трафик не загромождать, они одну подняли, перекрыли. Мы сейчас заедем. Потом вода, не знаю, наверное, скорее всего, будет подниматься или опускаться. Лоцман. Да, такое болотце здесь прям максимальное. Ну, сейчас, видишь, сейчас остановились, уже не так летим. В принципе, уже и солнце прям подпекает, слушай, даже. Меня показывает плюс 20. Да, плюс 20 показывает. Так уже прямо горит, прям уже бочок горит, прям чувствуется, подпекает. Я помню здесь, когда летом, здесь на улицу никто не выходит. С часу до 3 никто не ходит. Потому что слишком жарко. Да, очень. Да, сначала мы же катаемся, сейчас вот уже здесь высадим уже, да, наконец-то, и уже все не дождутся.